Добрый день, друзья. Отпросился с работы ненадолго. Еду за покупками. Произошло то, что я говорил о том, что чуть-чуть поменялась цена на видеокарту. Немножко. Я это все опишу, покажу. Сейчас я еду в сторону магазина. Когда подъеду, запишу еще одно видео, покажу, что это за магазин, с кем я многие годы работаю. И отношение ко мне в этом магазине. До встречи. Продолжаю я свое видео. Сейчас созванивался со своим знакомым, просто спрашивал, почему там изменилась цена. Оказывается, я был немножко неправ. Та видеокарта, которую я заявлял изначально, которая стоила 290, она просто закончилась, и это было... Он меня еще успокоил, говорит, вы, говорит, из Кандараки не переживайте, говорит. То был, говорит, неизвестный молодой бренд. То есть арт-тех какой-то, блин. И, говорит, я про него ничего не могу сказать. А сейчас уже более известный бренд. Будем брать мы Полит 3060 тоже. Но то, что он мне еще сказал, это я озвучу уже, когда я подъеду в магазин, и там буду все показывать. Когда мы подъедем в магазин, вы не увидите мое лицо, вы только услышите то, что я буду говорить, и я вас познакомлю с очень замечательными людьми. До встречи. Так, друзья, вот мы подъезжаем. Мы сейчас находимся на... Кто помнит Ташкент, кто знает Ташкент, мы находимся на площади Урда. А сам магазин, это магазин Гигабайт, это один из ведущих магазинов по компьютерной технике и комплектующим. Я даже не могу сказать, сколько лет я с ними знаком и сколько лет я с ними сотрудничаю. У них очень много локаций, то есть вот куда мы приехали, это первый магазин, который у них открылся очень давно. Он на месте бывшего магазина «Динамос». Спортивные товары, но находятся они, если кто помнит, на полуподвальном помещении. Был отдел «Динамо», где продавались велосипеды, мотоциклы, вот такая вещь. А на втором были спортивные товары. Вот там, где были мотоциклы, находится магазин «Гигабайт». Они мало того, что продавцы техники, они еще и... поставщики, то есть у них своя логистика, свои поставщики, поэтому цены у них очень хорошие. Где-то здесь. Остановите меня, пожалуйста. Рахмат Акер. Омат. Так, друзья, мы приехали. Я вам покажу локацию, чтобы вы поняли, кто помнит Ташкент, тот это поймет. Это площадь Урда, центр города. С этого... Мы здесь бывали. Если мы пойдем налево, то будет центр города. Если поедем по улице Наваи направо, то это мы едем к старому городу. Вот магазин «Гигабайт». Это один из старейших магазинов Ташкента. Сколько лет он существует, я даже не могу сказать. Всех здесь знаю, со всеми знаком. Они мало того, что продавцы, но они сами же являются поставщиками. То есть у них отработанные поставщики, логистика. И поэтому цены у них, можно сказать, просто практически оптовые. Так это, в принципе, это и является оптовым магазином. Сколько лет я сотрудничаю с этим магазином? Я даже не скажу. Да, конечно, не скажу, потому что 20 лет даже не срок. По-моему, гораздо больше. Куда как бы больше. Знаком с ними очень давно. Очень-очень уважаю людей. Замечательные ребята работают. И молодые, и такие старые гвардейцы, как я. Вот сейчас я вам покажу. Это молодое поколение. Это уже постарше. А вот этот Джамшид Акия, который, я не знаю, это опытное поколение, это мамонт. Да.
Дальше там Исраил Акя. Замечательные люди. Вот я говорил, первый раз не получилось у меня запись, я сказал такую фразу. Сколько лет мы знакомы, мы даже не помним. Люди столько не живут, сколько мы знакомы. Значит, вот я созванивался с Джамшут Акя. Он мне сказал, Искандар говорит, 30-60 не бери. Чуть-чуть добавь и купи вот такую видеокарту. Так что, друзья, извините меня. Ну, раз мы уж решили собирать хороший компьютер, давайте мы его хорошим и соберем. Здесь же я и куплю со временем и кулер, который подходит под мой процессор, и блок питания, и все-все-все. Так что будут еще отчеты. Всего хорошего. До встречи. Ну вот, друзья, я уже в офисе вернулся. Вы поняли, что я купил видеокарту куда как круче намеченного. Но ни в коей мере мне не позволяет ни воспитание, ни совесть мне повесить вот эту дополнительную стоимость на вас. Так что я эти деньги я добавлю сам. Так что, и скорее всего завтра еще будет приобретен блок питания Zalman. И очень надеюсь, что еще хватит и на кулер. Я обязательно завтра еще... Я завтра еще сделаю видео, когда буду покупать и блок питания в том числе. До встречи.